занимается спортивной гимнастикой. И акробатикой. И Новороссийско-Краснодарский край. Мы занимаемся в спортивной школе «Надежда». Бывший мэр Синеговский обещал построить нам новый зал. А теперь он депутат в Москве. Новый мэр Кученко обещал построить, но не строит. Алдухов обещал построить новый зал. Потому что у него выборы. Все обещают, но не строят новый зал. Наверное, спортзал нам никто не построит. И не построят, когда мы вырастем. У нас город-герой, а нет нового зала. Помогите нам построить новый спортзал!